Однако, здравствуйте! У микрофона снова Лёха, и это снова Infinity Inc. Забавная игрушка, в которую я играл в прошлый раз. И, как оказалось, в прошлый раз я прошел не одну локацию, а три. Да, это было три локации. Так. А что мне делать теперь? Ага, он может стрелять. Я не думал, что это можно уничтожить. Так. Ладно. Что это? Мостик. Планируем себя. Планируем себя еще. О, я здесь могу сделать 4 клона. Нехило так. А эти прикольные уровни, где можно что-то ломать. Поскольку тут можно что-то ломать, тут можно сломать что-то настолько неправильно. Ой. И в итоге проиграть весь уровень. Мне это не нравится. Хотя это будет намного интереснее. Так, по харду. В смысле? Я же ловил ключик. Там было 2 ключика. Алло. Не понял. Так, давайте-ка рестарт. Рестарт уровня. Сразу вот это все пробиваю. Так, планируем. А, это дверь, я открыл дверь. Так, а сверху пройти никак? Это не разбивается, ладно. А я думал, что это что-то типа ключика еще одного. Что-то мне показалось, ладно. Хорошо. Так. Так, не та кнопка. Здесь можно делать 4 клона, значит. Хорошо. Вот за этого мы играем. Вот этого в сторону. И вот этого в сторону. Хорошо. Берем. Еба, народ. Да уйди, уйди. Я уже запутался в этих клонах. Так, так, так. Не сюда. Умри. И ты умри тоже. Ты мне не нужен. Сюда клона поставим. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Зачем я его поставил на эту кнопочку, не знаю. Но все же. Что это дает? Так. Наверх. Я спустился вниз. Ну и нахуя я это сделал? Заебись, потратил ключ зря. Ладно, идем дальше. Умираем, ребят, умираем. Клонируем себя. Угу. Меняемся. Умираем. Снова клонируем. Вот так вот. Шо, блядь? Чё это сейчас было? Алло. Алло, нах. Чё ща было? Ладно, ща по факту все это пройду. Такой. Оп, оп, умри нахуй отсюда. Оп. Вообще, все поуничтожать. Так, клон. Это... О, заебись. Так. Ага. Так, ты сдохни нахуй. Не-не-не-не! Поторопился. Дубль 3. По-быстрому, по фасту. Скоростное прохождение. Оп. Оп. Проходим, проходим. А ты сдохни. О, убил. Оп. Хотя одного клона лучше было бы оставлять на всякий случай. Ну, пусть стоит. Просто, чтоб был. Так, ты убил. Ладно, пусть будет наверху пока. Не знаю, нахуя, но пусть будет. Пусть будет, ладно. Ключик. Вот это вот наступаем. Суки, да заебали. Ага. Вместо того, чтобы поменять клона, я почему-то... Бля, что я сделал? Убейся нахуй. Я его просто меняю и беру другого клона. А я хочу его или добавить, или убить. Какая кнопка сейчас? Не та кнопка. Вечно эти кнопки путаю. Так, клон.
Ты должен умереть. Так, окей. Подходим. Ага. Планируем. Вот так вот. Проходим. Угу. Это мне чем-то напоминает прохождение игры на двоих, только в одиночку. Так, где второй клон? Убейся. Заебца. Я могу пройти сюда. Так, хорошо, сюда я прошел. Ты убейся. Оп. И... клонировать кого-нибудь вот сюда. Потом вот сюда. Бля. Это уже начинает конкретно так. Да ебана тебя! Вот так вот. Вот так вот. Все. Сука, убейся. Не тот, не тот, вот тот. А зачем я, собственно, сюда пришел? Убейся. Так, мостик. Понятно. Этот должен здесь стоять. Вот сюда вот, сюда вот. По мостику проходим. Стреляй. Дальше он не хочет идти. Проходим наверх. Что у нас здесь? Здесь у нас ключик. Так, хорошо. Ага, бля. Оставим... Да не-не-не-не-не. Оставим клона здесь. Оп. 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 Так. И здесь такие же махинации проводим. Опускаемся вниз, открываем дверь и проходим. Отлично. Блин. Ключик. Какой-то там лазер. Ага, ну вот зачем ключик, собственно, нужен. Так. Так, ну сюда они проходить уже не будут. В принципе, убейся, убейся. Иди сюда. Я, конечно, понимаю, что можно было сделать просто вот так. Но если можно убить кого-то, почему бы это не сделать? М? Если можно просто... Э, алё, я же сделал клона. Издеваются тут надо мной по-всякому. По-жёсткому. Блин. Пидорасы. Я же сделал клона. И он почему-то не захотел... выжить. Ладно, убить. А, клонировать. Клонировать вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот. Оп. А зачем я это сделал? Мне нужно вниз. Так? Так. Значит, вот этот клон и... Блядь, да не тот. Ага. Все. Шикарно. Живем. Убейся. Блять. Сука. Зачем я его убил? Вот зачем я его убил? Вот взял и убил вот так жестоко. Хорошо. Клонируем сюда. Нет, клонируем. Да, сюда. Ты умирай. Ты проходи сюда. Тебя клонируем сюда. Вот сюда. Бля. Потом этот... Ага. Это клонируется сюда. Тут командная работа. Мне почему-то все время хочется убить всех оставшихся клонов и пройти одному. Но мне так проще. Мне нравится, когда нигде нет второго меня. Так, клон. Буковка П. Так, ты умираешь. Нет, не умираешь. Бля. Так, отойди. Так, вот сюда. Так. Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Проходим. Проходим.
вот так вот запрыгиваем, берем ключик и идем дальше. Наверное, уже всю голову себе расшиб. Я, пожалуй, просто расстреляю все это дело, клонами уже задолбался долбить все это. Так, надеюсь, уже этих можно убить. Так, сейчас не провалиться, главное. Ставим клона, проходим сюда. Вот. И здесь можно заходить. Уии, я победил. Почти. Так, на прошлых локациях мне клоны уже не нужны. Сука! Зачем? Почему? Как? Какого хуя остался этот? Почему, блядь? Я уже не могу адекватно на это все реагировать, сука! Я твое очко шатал, какого хуя? Клонируй меня еще раз. Блять, который раз я уже перехожу этот уровень? Я думал, осталось два уровня, и я их пройду по-быстрому. Так нет, нихуя. Я почему-то совершенно случайно убиваю нахуй ненужного мне клона. Точнее, наоборот, клона, который мне нужен еще. Да прыгай ты. Я уже на профессиональном уровне освоил вот эти вот прыжочки. И уже конкретно так заебался. Запрыгивай. Так, все. Все. Нет, не ты, не ты. Блять. Так, я себя клонирую вот здесь вот. Чтобы особо не ебаться. Вот так вот. Так, убить вот этого и вот этого. Так, это постой пока. Так, вот этот. И вот просто вот, что было, я сюда и вот сюда поставлю клонов. На всякий случай. А, ну и нахуя. Так. Так. Следим внимательно. Так, сейчас главное не всрать. Окей, Google, что дальше? А, она же ломается. Чё я туплю? Забыл, что она ломается. Окей. Вышел. Наконец-то я вышел. Природа такая. Прям вах. А стрелять я могу только, чтобы блоки ломать? Это все, конечно, круто, такой экшен, но... Бля. Так, хорошо. Я стою здесь. Бля. Заебца. Что ты тут делаешь? Планируем, заходим, берем ключ, выходим. Открываем, становимся. И что-то включаю. Так. Я хотел прыгнуть. Так. Да блин, вот. Умри. Так, окей, я здесь наверху. Так, и в принципе... А куда мне нужно попасть? Отсюда, куда я могу попасть? Окей, делаем еще одного клона. Окей, куда дальше? Как мне попасть вот сюда? А что я туплю-то? Вот же дверь. Ну, бывает, бывает. Я уже просто не соображаю вообще, что происходит. Уже эти уровни, это перепрохождение одного и того же уровня. Просто в край меня достало. Вот что я наверху делаю? Иди отсюда. Так, хорошо, поднимаемся наверх. Идем сюда. Вот сюда вот. Меняемся. Далее, сюда. Не тот, не тот. Вот это, блять. Окей, клонируем. Вот именно поэтому намного проще убить своего старого клона и ставить нового. Да бля, не туда, не туда, не та кнопка. Клонируй, клонируй это дерьмо. Вот так, все. Я могу спуститься вниз с спокойной душой, но не с чистой совестью. Ладно. Бля! Окей. Что мне остается? Мне остается попробовать вернуться обратно. А, вот она.
кнопочка. Я думал, это где-то сзади, я ее просто не заметил. Но нет, нихуяшечки. Кнопка такая хитрая. Ой, блядь, уйди отсюда. Кнопка такая хитрая, типа, ты меня не заметишь, ты такой вообще чмо, а я такой хуяк и заметил. Взял и заметил, блядь. Батька взял и батька заметил. Так, мне вниз, да? 4 из 2 клонов. Убейся нахуй. И вот ты тоже, чмошник, убейся. Бля. Ой, как повезло, что этот клон сейчас был не над лазерами. Я уже успел наложить. Так, вот сюда вот. Спасибо, ключик я забрал. Оставим здесь вот, вот так вот. Просто, чтоб были. Мне так спокойнее. Ну, просто на всякий случай. Бля. Так. Если я убью эту... А, я могу просто так сделать. Планируем. Оп. Так, так, так. Убейся. Убейся. Так. Вот так. Еще одного клона ставим вот сюда. Отлично. Лифт. Лифт. Я типа прошел? Уу! Я могу их клонировать. Так, окей. Чё, я не могу стрелять по ним? Я не могу их убить. Я могу убить только своих клонов, а вот этих не могу убить. Почему? Дайте мне их убить. Так, ладно. Мне здесь очень рады. Клонс комьюнити. Я не помню, что значит комьюнити. Но что-то это значит. The End. Вот с такой вот веселой музычкой, с таким вот хорошим настроением мы заканчиваем этот выпуск. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в следующих сериях. И всем удачи.